Может быть, вот это четвертое звено не столь изобретательно, да, как звено, в котором играет Ткачев Александров, но при этом эти ребята весьма и весьма эффективно действуют. Раз за разом увозят шайбу к чужим воротам, и моменты какие-то возникают. Кетов на паузе вытащил Малимова, бросил. Шайба вновь у хозяев. Продолжаем разговор. Сегодня во Владивостоке «Адмирал» принимает петербургский «СКА». Армейцы выигрывают со счетом 1-0. «СКА» сумел реализовать свое второе большинство в матче. Сделал это возвращенец Вадим Шипачев. А перед рекламной паузой еще один хороший момент был у «СКА». Неплохо вытащил голкипера на себя Евгений Кетов.